Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Карина Разумовская – популярная и востребованная российская актриса. К 37 годам она успела сняться почти в 6 десятках отечественных фильмов и телесериалов, сыграть множество главных и эпизодических ролей на петербургских сценах в театре имени Товстоногова, БДТ, и в театре комедии имени Акимова. Впервые на съемочной площадке Карина оказалась в 5-летнем возрасте, приняв участие в картине Виктора Батурлина «Торможение в небесах». Окончив Российский государственный институт сценических искусств в городе на Неве, она быстро росла в профессиональном плане. Разумовская больше не ограничивалась амплуа лирической героини, как это было в самом начале карьеры. Режиссеры разглядели в ней драматическую актрису с большим потенциалом, неоднократно привлекали для съемок в боевиках. Зрителям она запомнилась по сериалам «Мажор», «Адъютанты любви», «Под прикрытием», фильмам «Подсадной», «Цензор». Перипетии личной жизни Разумовская не любит выносить в публичное пространство. Подобных вопросов в интервью она старается избегать. Известно, что первого мужа Артема Карасева Карина встретила в театральном вузе. Через год после выпуска они поженились, сыграв свадьбу в новогоднюю ночь на рубеже 2005 и 2006 годов. Продолжительной счастливой жизни не получилось. Через 6 лет брак распался, детей у пары не было. Вторым избранником актрисы оказался бизнесмен Егор Бурдин. Когда-то они учились с ним в одном классе. Молодые люди встречались, но их пути разошлись. Каждый обзавелся семьей, однако оба неудачно. Пережив развод, они решили попытаться начать с чистого листа. Юношеские чувства вспыхнули вновь и переросли в зрелые отношения. В 2018 году влюбленные поженились. Пара расписалась тихо и скромно, о свадьбе не знали даже родственники. В августе 2019-го Карина Разумовская примерила на себя самую прекрасную женскую роль. Она стала мамой. Сына назвала редким русским именем Платон. Поклонники узнали эту неожиданную и радостную новость из ее поста в Инстаграме. В период беременности она старалась не афишировать свое положение. Вскоре после родов Разумовская вернулась к работе. От материнских обязанностей актриса не уклоняется и проводит с сыном все свободное время. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!